и финансового года. Всех сидящих я поздравляю вот именно с этим Новым годом. Успехов, исполнения всех желаний. Масса удовлетворения. Я каждому желаю, чтобы каждым днем они радовались. Теперь, чтобы перейти по дому, они, кстати, всегда против его убедил, у нас настолько такой уважительный, что когда говорит «ходи куда», что-то не поворачивается. Когда касалось именно когда коснулось один момент в жизни, что надо было глобальную реконструкцию сделать, вот именно Пан Шамбе, его сын, Боша Ансибирах и другие Пан Шамбинские во главе вот этих ребят, они не жалели ничего. Деньги это всего-навсего инструмент, не жалея здоровья, не жалея времени, не жалея ничего, они по достоинству этот вопрос решили. Если взять просто людей Пан Шамбе, исторически они были очень намного прогрессивнее, чем возьмем Хатерчи, чем возьмем Кармина. Кармина это после того, как Наваи построился, немножко развился. Чем даже возьмем город Катакурган. Исторически намного были прогрессивнее. Эти люди жили и в Москве, жили в больших городах, и в Ленинграде, и в Ташкенте. И в частности, он со своей супругой Рахматкуна огромную лепту внесли в формирование молодежи в поселке Пан Шамбе. Как я помню, этот человек по призванию был учитель. Иногда любил творчески писать стихи. Я как-то раз говорил, он на день рождения своей жены, настолько у них такая была связь нравственная, любовная, он писал для нее стихи. И на день рождения вставал, он это читал. Вы знаете, вот в то время, когда Пан Шамбе, недостаточно были грамотные люди, были ограничены. Пан Шамбе, который вот именно жизнь была чисто вот такого поселкового характера, и на фоне всего вот этого, как он мог вот так выделяться? Я удивлялся лично, я молодой парень еще там, я не знаю, сколько лет мне было, я удивлялся, насколько он мог уважить на протяжении всей своей совместной жизни со своей женой и любить ее, и быть примером для других. Вот эти вещи, просто по истории человека не забывается. Далее, он был по призванию учитель, я сказал. Сколько учеников он проучил? Сколько он формировал и воспитал, а сколько они вместе со супругой были донейшн, давали донейшн для малоимущих, которые люди нуждались в помощи, которые люди нуждались в защите. Это все вот он со своей супругой. Говорить очень много можно. Ну, здесь, наверное...